День пожарной службы – важный праздник для работников Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, как опытных, так и молодых. А для новобранцев – огромная честь произнести слова «Служу Республике Беларусь», символизирующие их официальное вступление в ряды огнеборцев. Сегодня присягу на верность профессии приняли 13 новобранцев. Молодые, красивые, здоровые, физически развитые, готовые выполнять любую поставленную задачу по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они уже приходят подготовленные, потому что прежде чем стать спасателем, они проводят тщательный отбор. Тщательный отбор по здоровью, они проходят комиссию военно-врачебную. И, конечно же, проходит отбор по физическому развитию. Все эти молодые мужчины приняли для себя осознанное решение служить во благо спокойствия и безопасности населения города над Бугом. С честью нести гордое звание спасатель. Напутственные слова пожелания спокойных будней новобранцам адресовал глава Брестского областного управления МЧС Константин Шершунович. С профессиональным праздником героев торжества всех собравшихся представителей Брестского гарнизона поздравили сегодня представители органов власти и духовенства, а также коллеги из дружественной Польши. День пожарной службы чем не повод подвести итоги деятельности и вместе с тем отметить заслуги особо отличившихся сотрудников. Заслуженные грамоты в торжественной обстановке были вручены работникам, которые проявили себя как настоящие профессионалы своего дела, внесли большой вклад в совершенствование системы безопасности жизнедеятельности города. Это не все награды, которые были награждены работники городского отдела. Сегодня награждались органы власти, администрациями города, награждалось 4 человека за их активную жизненную позицию не только по тушению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и в жизни города, в спортивной жизни. Очень приятно быть награжденным и очень приятно, что руководство оценило и увидело заслуги. Очень приятно. Стимулирует, конечно, стимулирует. Есть желание работать, очень огромное желание работать. Делать подарки городу, такие как тематические арт-объекты для спасателей, становятся традицией. Работники Брестского городского отдела в этот день торжественно открыли новый фонарь. Установлен он на территории пожарной аварийно-спасательной части номер 3. Примечательно, что изготовлена уникальная конструкция по эскизам самих работников МЧС. Ликвидация чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшим, борьба со стихией – все это ежедневные задачи для опытных сотрудников Брестского городдела по чрезвычайным ситуациям. И они справляются с ними грамотно и оперативно, показывая отличные результаты. Пример молодому пополнению. Профессиональный праздник 25 июля работники МЧС выполняли свой служебный долг. Сотрудниками Брестского городела было совершено 13 боевых выездов. Эти люди контролировали обстановку в городе, осуществляли необходимые меры по соблюдению безопасности жителей. Как и полагается настоящим спасателям, все они заслуживают огромного уважения за труд. Мы отмечаем 164-ю годовщину Дня пожарной службы Республики Беларусь. Это не юбилейная дата, но все-таки это праздник для наших пожарных спасателей. Конечно, от лица руководства я хотел бы их поздравить с праздником, пожелать им здоровья, успехов, счастья, любви, удачи, реализации всех начинаний, в том числе и на трудовом поприще. Ну и главное, чтобы было любовь, радость, здоровье в семье. София Бережная, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.